из Лего, когда я вышел, я думал, что я видел снег на дереве. Я думал, что я видел вещи. А когда же это сделал? В общем, Ваня нас разбудил, мы с Вовой как две сонные тетери. Идем смотреть, что же сделал эльф. Обалдеть! Кэлли! Ого! Это он что, взял и бумагу размотал? Как снег. Украсил тебе дерево. Кстати, да? Снег на улице все лежит. Секундочку, хочу заметить. Ого, сколько новый теперь! Выпал, что ли, новый? Ага. Видишь, а ты все переживал, что он у нас слишком хорошенький. Я вышел, и когда это снег, я просто вижу вещи. Пошел, я сказал, что это неплохо. Всем привет! Мы наконец-то сегодня, несмотря на то, что погода так себе, честно говоря, очень холодно, не облизывай губы, Ваня. Мы собрались в Дублин. Едем смотреть рождественский город, как он украшен. Сходим в парк, у нас там кое-что интересненькое вроде как должны были сделать. Едем мы, как всегда, на автобусе. Пар изо рта идет, холодно. 1 или 0 сейчас машина показывала. Я прям подмерзла. Ты не замерз, Вань? В общем, едем с нами. Наслаждаемся красотой. Хай! Мы уселись в автобус. Так тепло здесь, так хорошо, неохота никуда выходить. Дороги не скользкие, дороги нормальные, но автобус несется, честно говоря, немного страшновато. Ну что, готовы? Мы практически выходим. Последний поворот. Мы опять в холод. Нет, я забыла, как холодно на улице. Холодно, однако. Главная елочка Дублина. И наши друзья, которые нас не видят, идут гулять без нас, наверное. Смотрите, как туманно. Иглы не видно практически. Мы уже 10 минут за вами идем, никак догнать не можем. Привет. Вань, привет. Рождественская инсталляция. Потом после Рождества здесь появится малыш. Колыбельки. Каждый год ставят. Каждый год одна и та же коробочка вот эта. И елка. Это главпочтамт всегда украшает окна свои. Здесь можно внутрь зайти и хорошенечко все рассмотреть. Это главпочтамт Дублина. Здесь тоже библейский сюжет. Да, младенца нет. Сейчас после Рождества там младенец появится. Надо будет прийти проверить, да, Ваня?
Появится, не появится. Очень натурально выглядит все, надо сказать. Такой, смотрите, барашечек маленький. Мы пришли уже к Браун Томасу с красными носами. Показываю вам знаменитые витрины. Году какая-то космическая тема, очень, конечно, красиво. Прям там, наверное, все-таки дизайнеры каждый раз работают, потому что очень красиво. Жвачка. Можно что? Еще одну жвачку. Еще одну жвачку? Капец, не слипнется. Молодцы, друзья, невозможно ни пройти, ни проехать. Здесь столько народу. У нас есть в планах где-нибудь поесть, но надежды найти место мало, потому что сегодня еще и футбол. Да, здесь прям действительно тише. Нету какого-то гула, толпы. Даже на улице люди сидят, ну вы представляете, в такой мороз. А может быть там отопительные штуки включены, да, возможно. А это гостиница, наверное, да? Где? Впереди. Ну, не знаю, есть там мороз. Я посмотрю. Там сейчас женщина играла на гармошке ирландскую музыку. Мы ей денежку подали, она нам подарила два значка. Вот здесь написано, по-моему, You're welcome. Не помню, что-то такое. А это Happy Christmas красненький. Видишь, сделали, Вань, доброе дело и получили подарочек. Идем мы вот сюда в Power Sport в надежде что-нибудь съесть. Слушайте, ну здесь всегда очень красиво, поэтому не видна такая большая разница. Да, Володь? Всегда красиво украшено, поэтому не видна такая большая разница. Рождественская декорация или нет. Единственное, что вот эти, может, венки добавляют. Сейчас попробуем здесь сесть, но шансов мало.
Мы тут быстренько забрели в Браун Томас, просто посмотреть, как он украшен, полюбоваться. А что-то тут ничего особо интересного, да? Что вы хотите сказать? Интервью дадите? Как вам пицца? Как вам пицца? 10/10. Это здание Банка Ирландии. Там тоже красивая елка, но я слишком мелкая, чтобы вам показать. Мы вам видели, да, этот паб? Угу. Видели? Да, или не видели? Как-то гуляли, да, здесь? Мы тут шли опять мимо комиксного магазина и не смогли удержаться. Вот этому товарищу Айвану что-нибудь купим. Замерзли вообще, такой холод, руки околели, щеки красные, вообще жуть. А что, Marvel купил Star Wars? Нет. Почему Star Wars и Marvel? А, и то Дисней купил. Welcome to Dublin One. Зайдем сейчас с вами в еще один магазин, очень красиво украшенный, называется Arnott's. Находится в центре Дублина. И там, на последнем этаже этого магазина, есть Санта-Клаус. К нему люди записываются онлайн, но говорят, что есть живая очередь. Я не уверена, что мы, конечно, ну не то, что попадем, что мы его даже увидим, я не уверена. Но мало ли. Гораздо больше. Мне кажется, красиво прям, правда? Здесь есть какой-то Christmas Market. Сейчас зайдем посмотрим. А где же Санта сидит? Помнишь, лавочка такая, Володь, всегда была около эскалатора? И раньше там сидел Санта, а сейчас нет почему-то. Интересно, она крутится? Нет? Нет. Карусель. Здесь, кстати, вполне возможно и железная дорога, может быть. Володь, а не хочешь венок там посмотреть искусственный? Нет, я не искусственный. Ну, что такое? Никак не уговорю его. Знаете, сколько веночек стоит, друзья? 110 евро, не хотите? А я еще Вову уговариваю. Как хорошо, что у меня муж хочет натуральный венок. Давайте какой-нибудь другой посмотрим ради интереса с ценником. Нету? 80 евро. Ну, зато красиво. Я, как всегда, больше по вкусняшкам. Наверное, на ирландском написано. 3,50. Так, это уже моя витрина. Да, Ваня? Напиши 80 с двумя буквами. Еще раз. Напиши 80 с двумя буквами. Напиши 80. 80, 8-0, с двумя буквами. Это как? A и T. Шуточка такая была. Думала, мама, совсем тупица. Вань, давай тебя в Джинджер Брэдди сфоткаем. Давай. Пойдем. Туда нельзя зайти. А, во.
Вот. Давай хоть с медведем сфоткаем. Как красиво стена сделана. И все вот эти вот штучки, пайеточки, они двигаются. Здорово, правда? Туман хоть немножко рассеялся. И теперь игла видна. Мой любимый бант рождественский. Так, а здесь, друзья, раздают еду. Бесплатную. Горячую, наверное. Типа фудбанков что-то. Сейчас постараюсь показать. Людей много. Какие-то, наверное... А, хлебушек здесь. Ну да. Супы какие-то обычно дают. Да, и пахнет вкусно, надо сказать. И соусы какие-то, кетчупы есть. Гриль. Ну и, в общем-то, разные здесь люди ходят, что говорить. А пахнет, правда, грилем, чувствуете? Итого полчаса мы стояли на остановке. Один автобус не пришел по расписанию, второй пришел практически с опозданием. Ужас, народу. Куча. Да, купили Ваньку комиксы. Не кырьку вкусняшки, не кырьку вкусняшки, а Ваньку комиксы. Ты порви этот бумажный пакетик. Даже не пакетик, это просто бумажка. Аккуратно только сами книжки не порви. Во. Так. Одна Star Wars. Один Star Wars. И тут Мандалорин. Так. Здорово. Читать не перечитать. Угу. Да? Что такое? Вот это что значит пух? Очень редкая фортнайтовая. Угу. И это аж закрыто. Настолько редко, что аж закрыто. Ваня, аккуратнее. Это у нас тут сушится карате, постиранное. Все. Кстати, надо сейчас стирку запустить. Уже есть 8 вечера. 8 вечера дешевле. Греется, сидит. Мне что-то сказал, Жень, ты не хочешь согреться? Вот. Аллилуйя. Так, это мы даже не открывали. Что там? Кейт, ты тоже виски хочешь? Вот. Это Fortnite? Это бесплатная вещь. Что это за комикс такой? Это Fortnite, это резкие. Что-то не похоже на Fortnite. Спайдермен какой-то. Да, это Fortnite. Да. Все, мне тут делать больше нечего. Да, Кирюсенька, скажи, нам это вообще не интересно. Да, да. Девочкам это вообще не интересно. Правда? Там моя собачка. А что? Что? Да что ты? Это бумага просто. Володь, что она хочет, не знаешь? Нет, выкинь эту бумагу, она больше ничего не хочет. Тут ничего нет, правда. Ничего вкусного. Ага, фигушки тебе. Нет, нельзя лаять, тихонько. Время уже много, видела? Знаете, мы так замерзли. Мы сели в машину после автобуса. Я не могла держать руль в руках, потому что он просто был ледяной. Мама говорит, что ты перчатки не надела? Я только сейчас сообразила, что у меня с собой варежки были, но это было просто, вообще, я такого не помню даже в России, как это было холодно. Мы дико замерзли. Простояли на остановке полчаса в ожидании автобуса. Столько народу накопилось на остановке. Хорошо, автобусы двухэтажные, мы как-то равномерно распределились, и там всем места хватило. Вот, причем мы ушли в самый конец автобуса, там, видимо, двигатель находится, да, и мы прям сидели над двигателем. Нам было так тепло, мы так хорошо пригрелись. И тут единственное, что омрачало, там ехала семья, вернее, две семьи с маленькими детьми. Дети творили все, что хотели. От плевательств до битья ногами по стеклам, то есть это по окнам, да, это было что-то невероятное.
Вот, ну, в общем, мы добрались, вышли из автобуса, так тепленько было, хорошо, выходим, такой холод. Мне кажется, холоднее, чем в Дублине. Все-таки получается, что мы живем севернее, поэтому, наверное, это как-то, причем у нас лежит вот по-прежнему вот эта корка белая на траве, да, а в Дублине я этого не видела. Мы классно погуляли, хотя Вова говорит, мне даже прогулка, типа, не особо понравилась, я так замерз. Вова был в зимней куртке, причем зимняя не по ирландским меркам, а зимняя из России, для России куплена зимняя куртка. Он был в варежках, в шапке, в капюшоне, говорит, зря я кальсоны не надел. И надо было еще обувь надевать, ну, такую потеплее, потому что он был в кроссовках. Все было красиво, настроение было шикарное, людей много, особенно вот на пути туда, в начале нашей прогулки. Было очень много народу, много детей. В общем, классно. Вкусно поели обязательно, куда же без этого. А сейчас я села рядом с батареей, взяла вязание. И не могу даже заставить себя встать, чтобы налить горячего чайку. И грелку хочу сделать. Кстати, я не договорила, я только потом поняла, что я не договорила историю про елку. Вот ту елку, которую мы к Ване в комнату поставили, вот эта вот, которая крестиком. Мало того, что я ее за 1,5 евро купила, я сейчас расскажу вам, как это было, это было очень смешно. Я должна это, я вспомнила уже потом, всю эту историю вспомнила потом, поняла, что я вам самое интересное это не досказала. Я поехала в магазин перед тем, как забирать Ваню из школы. И у меня было очень ограниченное время. Я пришла, увидела эту елку, добыла ее за 1,5 евро. И вот так вот с коробкой, она была плоская, абсолютно тонкая плоская коробка, но, соответственно, ну, в высоту елки, да, большая достаточно. Я с этой коробкой, значит, по торговому центру подхожу к машине. У меня тогда был, по-моему, Гольф 6-й, Volkswagen. Я открываю двери и понимаю, что елка не лезет. То есть она не влезает в длину. Нужно что-то делать. А мне Ваню забирать. У меня все уже, времени нет вообще ни на какие там разборы. Вова в офисе, тогда еще ковида не было. Вова стабильно ходил на работу. Что делать? Я стою на парковке торгового центра с елкой под мышку, и она никуда не лезет. Хоть на крышу привязывай и уезжай. В итоге я догадалась. Тоже, понимаете, не просто так. Я догадалась открыть коробку, вытащить оттуда елку. Елка без коробки влезла, коробку свернула, потому что там выкидывать было некуда, и повезла с собой. Вот. Так что помимо того, что она стоила 1,5 евро, еще мне так конкретно нервишки потрепало, я думала, что я реально опоздаю ребенка из школы забрать. Но зато есть что вспомнить с другой стороны. Вот. На этом, на сегодня я с вами прощаюсь. Завтра воскресенье. Завтра я очень хочу, чтобы сбылись все наши планы. Надеюсь, что мы не заболеем к завтрашнему дню. Хотя у меня сегодня утром как-то немного побаливало горло. Но к вечеру прошло вроде. Ну, даже не к вечеру, а вот там я встала, умылась, почистила зубы, поела, и вроде бы все прошло. Поэтому надеюсь, что мы сегодня не разболеемся. Увидимся с вами завтра. Хорошего настроения. Огромное спасибо за теплые комментарии, которые вы мне пишете. Мне очень приятно. Я надеюсь, что я на все отвечаю. Вернее, скорее всего, я на какие-то не отвечаю. Никогда не думала, что мне это коснется. Я вообще думала, что это развод какой-то от блогеров. Якобы блогеры не успевают отвечать на комментарии. Думала, чушь какая. Реально не успеваю, понимаете, когда каждый день я выпускаю видео, каждый день вижу комментарии. Не вздумайте писать меньше. Спасибо, что пишете, мне это очень приятно. Я буду стараться отвечать. Может быть, я какие-то пропускаю, но надеюсь, что даже если это так, то их не так много. Но я стараюсь следить, честно. Даже с опозданием, но стараюсь отвечать. Поэтому не забывайте, пишите. Спасибо вам за такие добрые, теплые слова и вообще в адрес и нашего дома, и нашей семьи, и прогулок, и съемок, и всего остального. Спасибо большое. До связи, до встречи. Хорошего вам самочувствия, настроения. Увидимся. Я все-таки сейчас себя заставлю вот так вот буквально пойти налить себе чайку. Вова бежит. Может, сам догадался мне чайку принести? Нет, не догадался. Пошел в комнату нашу. Володь, подержи ей чуть-чуть. Сейчас я сделаю себе чаек. У нее подержу. Как-то есть. Кузя, папа. Папа, я так сдала, я так сдала. Ого, вкусно такой фен. Попробуй, может, вкусно? Ой.
Убери эту бумажку. А, она по всей квартире катает. Я сейчас, я не буду ей сюда. Там крышечка осталась, нет? Пакетик, в пакетик положим, я и это. Ну, поверни ей, неудобно, Володь. Во, чуть пониже можешь? Ребенку неудобно. Этому вот ребенку вот неудобно ей. Вкусно, Кирюсь? Нос бедный. Не-не, пусть все полишь, значит, хватит. Дал там чуть-чуть на 10 секунд. Сейчас я себе грелку сделаю. Тогда хватит.